штраф 1000 рублей плюс оплата услуг эвакуатора и автостоянки. Такое наказание ждет любителей парковаться на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах. Сегодня прошел очередной совместный рейд ГИБДД и мэрии Ярославля по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Только за один час было оштрафовано 5 автовладельцев. Одну иномарку забрали на штрафстоянку. Всего с начала года по Ярославской области за неправильную парковку наказаны более 6000 водителей.